Я просто, честно говоря, не знаю такого журналиста, который высказался. О чем он сказал? Следующий Майдан будет направлен как раз на Казахстан и в Казахстане, чтобы его оторвать от России. Казахстан, он сұрақтарға жауап беруде, мән беруге де, оны бір үлкен жоғары деңгейге көтеру қажеттілігі жоқ деп есептеймін. Мы что-то не знаем про наши отношения с Казахстаном? Вдруг где-то пробежала черная кошка? Мы будем предпринимать определенные меры для того, чтобы такого рода мнения, высказанные рядом экспертов ли, политических ли, общественных ли деятелей, не оказывали никакого урона отношениям стратегического союзничества, братским, дружеским отношениям между нашими двумя государствами.